Если у вас место рядом с аварийным выходом, да, но у вас нет возможности выполнить действия, предписанные инструкцией, попросите стюардессу пересадить вас. Это большая ответственность. Хотите пересесть? Нет, я вовсе не уверен, что я гожусь для этого. Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов. Иллюзия безопасности. Да, пожалуй. Знаете, для чего кислородные маски? Чтобы дышать. Кислород опьяняет. В катастрофической ситуации вы впадаете в панику. И вдруг эйфория, покой, и вы смиряетесь. Вот рисунок. Аварийное приводнение. А на лицах безмятежность, как у коров в Индии. Это любопытная теория. Кто вы? О чем вы? О профессии. Что? Хотите изобразить интерес? Ладно. В вашем смехе звучит отчаяние. У нас одинаковые кейсы. Мыло. Простите? Я произвожу и продаю мыло. Критерий цивилизованности. Так появился он. Тайлер Дерден. Вы знаете, что, смешав бензин с апельсиновым соком, можно изготовить напалм? Нет, я не знал. А это правда? Правда. Взрывчатые вещества можно делать из подручных материалов. Неужели? Если захотите. Тайлер, вы знаете, вы самый интересный из всех моих одноразовых друзей. Ведь в самолетах все одноразовое, даже люди. О, ясно. Очень умно. Спасибо. И вам это нравится? Что? Быть умником. Вполне. Превосходно. Так держать. Вопрос этикета. Как повернуться, проходя мимо вас, задницей или мошонкой?